Всем приветики! Мы приехали за сладким. Сегодня обедаем у наших ребят. Они нас пригласили на обед и купили сладости. Buongiorno! Buongiorno! Abbiamo preso le masse per Elane e Ferdinand. Per noi! Per Vittoria. Per Vittoria, да. Надо нашу Викусю сладким покормить. Она сладкоежка у нас. Она у нас... Мелания. Она у нас сладкоежка. Сладкоежка. Ой, сколько там людей. Ma visto quanta gente? Mamma mia. Вот так, в воскресенье. Ogni volta domenica così. Да, воскресенье без сладкого никак не проходит. Обед обязательно должен заканчиваться сладостями. Вот. Ну и у нас так будет тоже. Моя рыбочка, моя пусечка, моя гусечка. Ой, ну ты так хорошо лежал, ну, а. Ну, кучулиню. Ну, я кучулиня моя, кучулиня моя, типа, ха-ха-ха. Ну, что тебе там вот мои руки? Они не сладкие, не вкусные. Давай, Томасима, cammina con due zampette e batta però va da Massimo, vai da Massimo e c'è Giugiusi. Вы нам тут приготовили. Вау, che bello. Мама мия. Паста, как называется? Сичилиана. Сицилийская паста. Вкусно? Да, это сладкое, которое мы принесли. Вкусненько. Ромео тоже хочет, да? Buongiorno, Фердинандо. Buongiorno. Мели си насконде. Посмотри, как он хорошо лежит. Мама, Зебелина, мама меня, какой халюси. Вот такой бы был всегда. Спокойно, хвост. Все, уже закручивается. Смотри, хвостик. Но. Мели, лаша старе. Я не пора дормить тут, только помириться, чтобы Фердинандо. Синенькими, да? Сыр, синенький, паста, томатный соус и пармезан, посыпанный сверху. И еще вот приготовленный здесь, натертый, чтобы можно было прям в тарелочку посыпать. Ну и всем приятного аппетита, кто за столом. Так все хорошо начиналось.
Guarda qua, chi c'è qua? Dove sta Romeo? Dove sta Romeo? Romeo? Guarda qua, chi è questo? Bellissimo. E da snova io. E snova в машине. И снова общаюсь с вами. Ты меня прижал. Большая машина была. И снова общаюсь с вами, дорогие мои. Еду по делам. Не знаю, потом, может, заеду в Милане, может, не заеду. Погода ужасная. Давит прям на мозги. 2 дня болит голова. Сегодня и Массимо проснулся с головной болью. Ну вот, у них не существует этих магнитных бурь. Они даже не знают, что это такое. А я думаю, что это именно из-за магнитных бурь, из-за переменчивой погоды, потому что она на день может 10 раз поменяться. То тучки, то солнце, то голубое небо. Вот пешеходы так вальяжно гуляют вместе с машинами. Вот он даже не отрывается от своего телефона. Вот объедьте его. А если заденете, то это ему только на руку. Они это очень любят, если их заденут. Девушка, пропустите. И вот, еду. Поделала уже гимнастику. Вам уже не показывала. Сама себе уже подрыгалась тут туда-сюда. А что мы делали? Мы вчера с Миланой ходили к врачу. Ну, я с ней пошла, потому что Фердинандо был на работе. Он, к сожалению, раньше 6:30 до нас не доезжает, потому что ну, где-то в 6, если вовремя выйдет, там же могут задержать в офисе, там же могут что-то в последнюю секунду попросить делать, поэтому да, пришлось так задержаться ему. И надо было там опять какой-то анализ, ну не анализ, а вот типа УЗИ, обследование сердечка, обследование вены, вообще все-все-все. И посмотреть, что там и как там. Ну вот, конечно, я была с ней, и эту всю картину пришлось наблюдать мне. Мы столько смеялись, потом Милана говорит: «Ой, мама, как мне с тобой повезло, что ты пошла со мной». А то, когда они ходили вдвоем с мужем, то ничего не было понятно. Ребенок куда-то прятался, ребенок как-то не хотел вообще себя показывать. Вот бывает вот так вот. А вот вчера вечером она нам и пятки показала, и язык вот такой вывалил. Вот как будто игралась, это вообще уникальное что-то. Как будто она с нами игралась, она язык нам вываливала вот так на раз-два, вот так раз-два, раз-два, раз-два. И мы столько, даже врач смеялся, говорит: «Посмотрите, что она вытворяет. Она нам такой язык показывает, говорит, посмотрите, что она делает». Ну, в общем, мы насмеялись,
насмеялись там и ушли. И пяточки показала, и ручку вот так держала, и пятку вот сюда поставила. Врач говорит, у нее говорит, пятка на голове, на лбу прям, ножку поставила прям на лоб. И, в общем, мы тут, естественно, в эмоциях с ней и наблюдали за этой картиной. Потом она нам кулачок возле рта вот так поставила. Не знаю, что она там делала с кулачком, а врач опять говорит, о, уже какая воспитанная, смотрите, она, наверное, кашляет и говорит, вот так руку поставила. Ну, в общем, вот так вот мы повеселились с нашей лялькой там и потом ушли. Ну, в общем, что? Врач сказал, что ест она очень хорошо. Вес у нее уже 1,7 кг с чем-то там. Рост у нее 41 сантиметр. Ее еще 2 месяца ходить, почти 2. Она в начале марта должна. Ну, в общем, все вроде нормально, все хорошо. Конечно, мы довольны. Дай бог, чтобы и дальше было все хорошо. Что-то опять здесь пробочки такие, и мы встали в ненужном месте, где не должны вообще стоять. Что-то, наверное, опять приключилось. Вот такие у нас новости, девочки. Вот такие у нас новости. Хорошие. Нафотографировал нам ее доктор. Смешная такая вообще смесь. Смесь осетина с итальянцем. Смесь, и будем посмотреть, что же будет, что же будет. Ну, такая забавная. Перевернулась она опять у нее, правда. Голова наверху. Будем над этим работать. Будем над этим работать. Вот так, дорогие мои девочки, буду с вами уже прощаться тогда. Погода ужасная, слежу за дорогой, дождь моросит, все серо. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и до новых встреч, дорогие мои. Пока-пока.